продолжим эксперимент. То есть вот мы заливаем 92 бензин до полного бака, и нам надо его залить под завязку. Вот мы уже 7 литров топлива. Сейчас давайте под завязочку зальем. Завязочку заливаем. Вот надо, чтобы он вот там вот появился, как бы, чтобы вот, чтобы у нас появилось точно это. Вот видите, вот он бензин. Вот он полный бак. Вот мы вешаем. И вот у нас цифра. 9,5 литров мы истратили. Вот. Сейчас мы пойдем посмотрим, сколько мы проехали километров. Так, вот мы сели в машину, берем ключи зажигания, вот они у нас здесь, и включаем. То есть мы проехали 111,2. Ну, 111,2 километра. И залили мы бензина. Девять с половиной литров. И теперь как бы нетрудно будет посчитать, сколько мы истратили бензина, сколько кушает машина. Берем калькулятор и считаем. 9,5 литров делим на 111 километров. Получается 8,5 литров кушает Mitsubishi Outlander XL 2.4 мотор, 170 лошадей по трассе. Так вот, что я хочу этим показать, друзья, что все работает. Разбирайтесь, смотрите. И если я сейчас выложу вот это видео в интернет, как вы думаете, будет это людей заинтересовывать или нет? Как думаете, будет у нас дальше так переть этот бизнес или нет? Спасибо.